наших селениях. Вот такой. Клево всем, друзья. Сегодня 15 декабря, и мы ловим зимних карпиков. Если вы зимой ловите тоже карпиков, пишите нам в комментариях, подписывайтесь, смотрите. Надеюсь, еще будет рыбка. Ловлю на два удилища. Одно тандер. Одно дайва тендер. За 8-15 метров. Одно. Второе. GoPro. Zemex. Под противоположным берегом. Примерно в 80 метров. Пока работает только дальняя точка. Ловим на опарыша. Замешали вот такую вот замешал прикормочку темную. Здесь у меня замешан мотыль зимний и плотва зимняя. У меня только пока было две поплывочки, а то поймал уже штук 6 рыб. Надеюсь, все еще впереди. Рыба в этом водоеме начинает ходить с правого берега и потихоньку подходит сюда. Там чуть мельче, здесь чуть лучше. И она начинает с медляка и к обеду, в обед, после обеда смещаться в эту сторону. Подложку кушаем слабенький, вот он будет дальше. Значит, пойдем снимать антуна. Где рыба? Где рыба? Вижу. Отлично. Тузики, тузики, карпы, карапузики. Сейчас я сначала сниму его. Красиво. Вот он, дайвый тендер сработал. На ближней точке взял. Новенькая палочка с хитом. Зарабатывает великолепно. Шикарная палочка, моя самая любимая. Там мостик. Там делать не ничего. Ой, красиво. Ой, какой красивый. Красивый, дорогой. Шикарно. Вот такие красавцы у нас сегодня клюют. Красиво. Использую монтаж для гарнера с отводом из косички. Поводок длиной 30 см, 0,14 крючка.
ты 10-й, 12-й скажи. Наживка, опарыш, белый, красный. 5, 6, 7 штук. Вторую поклевочку. Забросами, перезабросами делаю 10-12 метров. Поклевки нету, перезаброс. Поклевки нету, перезаброс. На ближней точке стояла у меня вот такая коржушечка. Была тишина. Сейчас он поменял на меньшую коржушечку, чтобы падала потише. Вот была поклевочка. Возможно, это и помогло сработать. Погодка хорошая, в Краснодаре еще 3 дня назад все водоемы были покрыты льдом. Мимо. Нет, сидит. Сидит, красавчик. Отлично. Хайдро 12 футов до 80 грамм. Шикарнейшая палка с Хайдро, я считаю, одна из лучших в этой серии. Вот и тут поклёв. Теперь что ли? Держали рыбу. Давай, давай, Антошечка. Расскажи, на что поймал? Погромче, не слышно. Парик 7 штук будет с крючком. Удилище какое? Кайпошка Земекс. 80 грамм. Классная палочка. Да. Это дистанция на деревья, это как раз ее дистанция. Ни больше, ни меньше. Сейчас. Вот Антон тащит очередного тузика. Отлично. Какой хороший воскресный декабрьский день, да, Антон? А? Это есть. Ну давай, давай. Ну показывай рыбку. Ой, красавец! Какой красивый у тебя рыбка! Красивый золотой рыбка. А, сейчас. Мимо. Что же это? Четвертая мимо. Подряд.
здесь. Зашел собака. Долго на комиссии. Было очень много пустых поклевок реализованных. И мы решили все изменить и поступили не как положено. Вместо удлинения поводка мы его укоротили с 30 до 20, увеличили размер крючка. Давай, красавцы. Давай, молодец. Вот такие вот карпики, да? Зимние. Декабрьские. Офигеть. Ой, красота. Ой, деревья в воде. Шикарная рыбка. Сейчас, секундочку. Друзья, если вы любите ловить карпа на фидо, пишите, подписывайтесь, ставьте класс. Вай-вай. Легкие фигура. Ловите таких вот тянушных, чуть больше, меньше карпа, как вы знаете. Просто кайф, реальный кайф. Обожаю. Не забывайте поставить, нажать колокольчик. В будущем будет много-много всего интересного. В ловле карпа редко когда использую поводки длиннее 30 сантиметров. Сколько перепробовал, просто нет смысла. 30 сантиметров это то, что нужно для карпа. Вот такой красавец. Вот он. Зимний карпик. Краснодар. Антон очередного тащит. Давай, давай. Ну скажи честно, ты так плюешь, наверное, на крючок. Антох. Вот 100% плюешь втихаря. Или сморкаешься. Ну, с ближника хоть один был? Не слышно нифига. Че, в корни завел? Эх ты! Все, с тобой неинтересно, пошел я. Было видно шевеление на точку. Может приезжать. Ну давайте, да. Зимние красавцы. Фу, отлично. Слизняк, есть фига, вот она. Оп. Есть.
Есть, везде есть нечисть. Есть рыбка. Есть рыбка большая. Шикарно классно работает. Шикарные простые свойства. Только вот ни в корне, ни под гвозди. Разворачиваем. Перекрестил другими делищем не надо. Все. До корней дошел. Чуть-чуть. Под мостик не надо. Я не там, я тут. Под мостик не надо. Не надо. Там делать нечего. Да. Ой, послушай. Ну что тебя так прет под мостик, а? Очередной красавчик. Я доволен. Красиво. Потихонечку карпи до нас доходит. Смекака. Конечно, поклевки. Не видни, не карповые затикают. Но тоже кайф. Это не подлещик, а то. Ладошечник дергался. Офигеть. Сюда. Моя довольна. Сразу что в топе, помогаем, то меньше другого другого убивается. Быстрее станет. Отсюда. Здесь в середине яма условная. Вот на данный момент в этой яме можно просидеть целый день, не увидеть ни одной проходы. Где-то вот так. Он тасуется вдоль берега, где поменьше, где вода потеплее. Где есть вода. Есть. Второе удилище надо мне к нему. Второе удилище запросто. Ловлю, использую в основном шлюры. Не люблю ловить монты. Нет, в кайфе. Рыбал. Мне нужно почувствовать. Напишите, чем вы предпочитаете ловить, шнуром или монт? Ставьте класс, подписывайтесь на нас. Ой, какой красивый. Вообще шикарно.
Вот такой красивый. Говорю, пацаны, говорю, активнее стали после обеда. Да, у меня наоборот, хуже стало. Лёгкий на стрелах, на пикипах. Да? Он не хочет ко мне доходить. Он в этой части стоит водоема, а ко мне не доходит. Коряшка лежит. Угу. Вон туда пытается. Все время. Покажи, красавцы, нам. Ай, красота. Ну что, друзья, вот мы сегодня и половили зимнего карпика, оторвались по полной. Просто было великолепно, отличная погода, отличная рыба, тузики, красавцы, кайф выше всех похвалы. Как тебе, Антон? Отлично. Доволен рыбалкой? Да, никогда, отлично. Все, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик. До новых встреч, друзья.